Так, мне уже не нравится, опять золотые цепи. Есть, а где? Ой, это что сейчас было, осуждаю. Скажите тайм-коды, блядь! Где бан? На какой минуте? Вторая половина клипа, жопа там ее, ну и что? Ну и... Опять, блядь, Гуччи, Прада, сука, да сколько можно, алё? Какая-то пропаганда Гуччи, я не знаю, может они им проплатили деньги. Точнее, просто проплатили, да, чтобы рекламировали эти вонючие Гуччи. Это уже все, все, ну хватит уже. Гути, 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 пути, блядь. Не страшно смотреть это говно. Не смотри, это ловушка. Бля. Страшно. Ладно. Базару не. Луи Гуччи Фенди Прада Куча 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 Ставка. Кути Бути Кути 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 блять. И все, и ты крутой. Ну хотя дизлайков до хера на самом деле, 23 тысячи, нормально, да. Больше всего дизлайков именно у них, именно у них. Пока что и всех, кого я посмотрел, именно у них больше всего. Но мне кажется, заслуженно, реально заебали. Гути Гути Прада. Да, да, да. Блядь, нихуя себе, ебать. А чё, реально бан был, наверное. Фу, не ори. Я не буду вам ничего показывать. Бля. Ну-ка. Бля, это отвлекающий маневр, я так понимаю. Отвлекающий маневр. А что, я просто смотрю, что тут показывают. Потому что, когда ты смотришь клип и видишь это, ты, в принципе, как бы, ну, не обращаешь внимания на саму музыку. Все. Соответственно, ты, ну, как бы не обращаешь внимания на то, какое это говно. Вот и все. Поэтому, когда, если я вот когда-то там, например, ну, запишу свою песню и буду снимать клип, мне нужна будет какая-то девка с такой же жопой, да, ну, неважно. Любая девка с жопой. Чтобы я просто ее снимал на камеру, вот, и, соответственно, люди просто даже не заметят, насколько у меня плохой трек. Потому что все будут смотреть на жопу. Гаечка. Ну ладно. Ну вот очередная херня, вот я вот. Я вот уже, ну не знаю, ну реально бесит. Ой, бля. Плюс, 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 плюс. Нашу молодежь, короче говоря, просто топят, понимаете? Вот просто топят. Вот этими треками им засирают башку, мозги этим говном. И все, и все. Посмотрим, что будет через 10 лет. Ничего. Хуйня. Я хочу пиццу. Я хочу сожрать пиццу. Очень вкусную, очень-очень сочную. Дайте две, дайте три, дайте все. Я сожру здесь пиццу.